раунд. Развитие скоростно-силовых качеств, взрывных качеств, выносливости и поднятия анаэробного порога как можно выше, потому что мы сейчас будем распределять максимальные нагрузки на взрывах и вставлять силовые удары. Раунд делим на 10-секундные отрезки. 10 секунд у нас идет скоростная, быстрая работа. По сигналу переходим на 10 секунд мощных акцентрированных ударов. Итак, делим на отрезки, на 6 отрезков. Скоростные, взрыв, спурт. Переходим, акцент, сила, жесткость. Скорость, многосерийность, скоростные качества. И опять переходим на акцент, жесткость и силу. Начинаем. 10, быстрее, быстрее, быстрее. Оп, пошли жесткие удары. Акцент, не спеши, не спеши. Акцент, более жестче. Скорость. Жесткий. Понятно, что можно делить эти отрезки, делая по 15 секунд, делая раунды более-меньше, в зависимости от вашей кондиции, от вашего уровня. Отдыхаем.